не смешно. А, ну это правда, да, это правда. Меня, с меня и сейчас тоже добиваются показаний, чтобы я на Симонса Джакукеева показания ложные дал. Ну, я как на него ложные показания дам? Я не такой человек, чтобы на кого-то ложные показания давал. Мне сразу сказали, что отпустят. Прямо когда задержали, через несколько дней сразу предложили сотрудничество со следствием, и чтобы я дал ложные показания на Симонса Джакукеева. Но я сразу отказался, и вот до сих пор здесь сижу из-за него, получается. А какие именно показания с вас просят, требуют? Ну, то, что вот эти, якобы мне 250 тысяч долларов давали, а из этих денег я 50 тысяч Симонсу Джакукееву давал. Вот так с меня требуют показания.